Всем, парни, привет! С вами Димон на Первом Игровом. Сегодня у нас месяц февраль. И, как всегда, у нас пауэрапы нужны для апгрейда легенд. Легенды у нас Горди Хоу, Марио Лемье, Уэйн Грецки. Для того, чтобы их апнуть, нам необходимо пауэрапы. Три штуки на каждого. Их можно выйти из ситуации, это получить за пауэрап через коллекционки ХЧ. Если, например, их нету, то можно в специальном сете Power Up Collection Set. У нас есть, было две Power Up оставались, и там за выполнение задания. Затем у нас был один ХЧ коллекционка, мы ее переплавили в Power Up. Нам необходимо еще 6 штук. Чтобы их взять, мы перейдем в специальный сет. В прошлом видео в наградах за Rivals мы видели, что мы брали непродавайки. Вот сюда их можно использовать, например, 40 до 79 овера, как бы игроков низкого овера, 40 штук в один power up. 80-го 35, 81-го выше 30, 82-х 15, 83-х 5 штук один power up. Ну и уже когда 84, 5 штук, 2 пауэрапа. 85-х 3 пауэрапа и 1 плеер-пак. 86-х 3 штуки, 4 пауэрапа. 87-х 2 плеер-пака и 4 пауэрапа. И 88-х 4 пауэрапа. Я советую вам попробовать, если у вас есть 82-е, бывают игроки с геймдея, который вырастает за там силовые броски и так далее. Можно использовать их, если вы угадаете. Если он вырастет, например, можно сюда его использовать фактически бесплатно за одну карту 4 power up. Или вариант найти на рынке. Бывает, когда вот награды дают за среду, в четверг, в пятницу, они могут быть стоить 50 тысяч, поэтому одна карта дает вам возможность получить 4 коллекционки. Ну, у нас вот получилась возможность из 85-х получить 3 коллекционки плак. Давайте посмотрим. Вот у меня были выпали игроки, которые разных видео за Rivals. Мы сейчас их апнем и получим power up. Зайдем, посмотрим, что там в паке. Серебро пойдет на сеты. Обычные будут карты тоже на сбор чего-то, так что ничего не пропадает. Сейчас мы еще один 85-й тоже апнем. Так, давайте еще раз 85-х. Так, у меня оставались игроки с прохождения. Элиш Хортон, Махофлич. Так, еще раз проверим. Все нормально. Так, и добавился сет Сидин. Апаем. Все нормально, апаем. И пак. Так, все, мы сделали апгрейд и идем апать наших игроков. Да, сейчас, кстати, выросли игроки. Тотти это Маккинон и Макдэвид стали 94-ми. Так, ну что, заходим, начинаем.
Апгрейдить. Да, не забываем, не ошибаемся, чтобы можно было нечаянно не накосячить. Нажимаем на R1. Вот так аккуратненько. Нажимаем на крестик. И следим. Можно за монеты, можно за пауэрапы. Вот почему нужны иногда непродавайки. Ну что, поздравляем, в нашей команде появились увеличенный овер наших легенд. Вот такие вот у нас новости в начале. Ну и, конечно же, в начале февраля. Ну, конечно же, обилки должны вырасти. Попозже, если они еще не выросли, нет, будет 70. Поэтому мы их еще использовать будем. Вот такое видео по апгрейду легенд на начало февраля. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димон на первом игровом. Всем пока-пока.